As the colonial era drew to a close, the Soviet Union believed the world would turn to socialism and preached that message in its propaganda. The United States was concerned. The feeling was very strong in Washington that the Soviets were pursuing a policy of expansion into the Third World. And our objective was to prevent that. Nikita Khrushchev and Gamal Abdel Nasser changed the face of Egypt. Запад отказался финансировать Асуанскую плотину. Советский Союз протянул Египту руку помощи. Третий мир быстро научился извлекать личную выгоду из холодной войны. В заверениях о дружбе недостатка не было. Карен Брутенс, работник аппарата ЦК КПСС. К тому времени в Европе уже сложился окончательный порядок государственных границ. Нарушение этого порядка с любой стороны неминуемо вело мир к новой войне. Произошла смена полей сражений. Восток и Запад продолжали бороться за расширение сфер своего влияния, но уже в странах третьего мира, где возможности для маневра были неограниченными. На африканском континенте СССР поддерживал повстанческие движения в двух странах. Америка расценивала эти действия как советскую экспансию в Африке. В Анголе тысячи кубинцев воевали с войсками ЮАР, за которыми стояла Америка. СССР продавал в Египет оружие по заведомо заниженным ценам или поставлял его в кредит. Но президент Нассер плохо поддавался внешнему давлению. Вадим Кирпиченко, резидент КГБ в Египте. Не думайте, что СССР и Египет связывали отношения типа хозяин-слуга. Нассер всегда проводил независимую политику. Генерал Саад Эль-Шазли, начальник штаба египетской армии. Он отлично понимал мировую политическую перспективу. На пике острой борьбы между СССР и США Египет наращивал свою военную и экономическую мощь, используя враждующие силы в качестве дойных коров. Нассер был героем арабского мира, а Египет — его ударным отрядом в грядущей войне. Арабы хотели уничтожить Израиль. Москва была против. В 1948 году Советский Союз поддержал создание государства Израиль на арабских территориях. К 1967 году 2,5 миллиона израильтян жили в окружении 90 миллионов агрессивно настроенных по отношению к ним арабов. Угроза египетского нападения стала реальностью. Израиль заручился политической поддержкой США. Но мог ли он рассчитывать на военную помощь Америки? Роберт Макнамара, министр обороны США. Президент Джонсон попросил нас привести израильского министра иностранных дел
в Белый дом с тем, чтобы там, без обиняков, как говорится, втемяшить ему в голову, или, выражаясь более дипломатично, убедить его в необходимости превентивного удара. Мы полагали, что он внял нашим доводам. Израиль нанес удар первым. Менее чем за три часа 90% египетских самолетов было уничтожено прямо на аэродромах. Израильтяне захватили Восточный Иерусалим. Евреи снова могли молиться у стены плача. Израильская армия продолжала наступление и в течение шести дней разгромила войска Египта, Сирии и Иордании. Карта Ближнего Востока претерпела серьезные изменения. Израиль утроил размер своей территории. Симха Динец, посол Израиля в США. На полях сражений холодной войны между Россией и Америкой Израиль по определению являлся союзником Запада. После победы в шестидневной войне наш политический вес существенно увеличился. Америка начала вооружать армию Израиля. На оккупированных территориях израильтяне насаждали свои порядки среди арабского населения. Арабский мир получил пощечину. В СССР разрабатывали план ответных действий. Сергей Тарасенко, сотрудник посольства СССР в Египте. Наше оружие оказалось менее эффективным, чем мы полагали. Мы считали, что должны компенсировать поражение в широком смысле этого слова посредством дополнительных поставок вооружений в этот регион. Иными словами, Запад не должен был победить. Сентябрь 1970 года. В связи со смертью президента Гамаля Абделя Насера в Египте объявлен траур. На похоронах присутствовали лидеры разных стран, в том числе председатель Совета министров СССР Косыгин. Оплакивая Насера, советские руководители задавались вопросом, кто станет его преемником. Анвар Садат, президент Арабской Республики Египет. Я обязуюсь не отступать от политической линии, которой придерживался наш президент и мой дорогой друг Гамаль Насер. В моей стране никто не намерен складывать оружие. Я не стану капитулировать. Я не отдам врагу ни пяди нашей земли. В 1972 году на московской встрече руководителей двух супердержав впервые прозвучало слово «разрядка». Ричард Никсон и Леонид Брежнев договорились не искать преимуществ за счет ущемления прав другой стороны. Соглашение с США Москва считала более важным, нежели свои обязательства по отношению к арабским странам. Мохаммед Сид Ахмед, журналист египетской газеты «Аль-Ахрам». Садат был взбешен. Он понимал, что русских больше волнуют мирные отношения с Америкой, нежели победа Египта в войне. Разрядка не заставила Америку отказаться от политики экспансии на Ближнем Востоке в ущерб интересам Москвы. Джозеф Сиско. В 1972 году мы стремились максимально ослабить влияние СССР на Ближнем Востоке, а в идеале и вовсе свести это влияние к нулю. Генри Киссинджер, помощник президента США по вопросам национальной безопасности. Мы проводили максимально жесткую политику по отношению к лидерам, ориентированным на помощь Москвы, чтобы в конечном итоге заставить последних переметнуться на нашу сторону. Взамен им была гарантирована наша поддержка. СССР оказывал существенное влияние на Египет, как и на многие другие развивающиеся страны. В июле 1972 года Садат приказал 15 тысячам советников и членам их семей покинуть страну. Этот дерзкий шаг прибавил Садату популярности в стране и показал, что на самом деле авторитет Москвы в Египте был вовсе не так велик,
генерал Саад Эль-Шазли. В октябре 1972 года они снова решили поддержать Египет. И тогда Садат придумал хитрый ход. Он сказал: «Мы их выгоним, чтобы показать свою силу, а потом получим от них все, что нам надо». Как ни странно, но после нашего демарша был заключен контракт на самую крупную поставку оружия за все время военного сотрудничества с Советским Союзом. Садату было нужно оружие, чтобы сломать унизительный для арабов мир. Мохаммед Сид Ахмед. Он хотел воевать, он страстно этого желал. Иного пути для себя он не видел. Садат считал, что после военной операции, своеобразной шоковой терапии, переговоры о мире пойдут как по маслу. В день искупления, наиболее почитаемый евреями религиозный праздник, египетские войска и танки переправились через Суэцкий канал. Абдель Манейм Кенави, военнослужащий египетской армии. Целых 5 лет мы ждали того момента, когда наша армия переправится через канал. От наших воинственных криков у врагов земля горела под ногами. Мы кричали: «Аллах велик!» и рвались в бой. Египетская армия хотела совершить молниеносный бросок, чтобы вернуть оккупированные территории. В Америке евреи требовали от властей помочь Израилю. Вашингтон колебался. Поддержка Израиля могла привести к серьезному ухудшению отношений США с арабскими странами. Госдепартамент маневрировал. Джозеф Сиско. Противники помощи говорили, что у США нет достаточного количества транспортных средств. Пентагон предлагал обратиться за помощью к гражданам Америки. Генерал Абрахам Адан, главнокомандующий израильской армией. Нас ужасно злил тот факт, что помощь доставлялась по воздуху, причем небольшими самолетами и крайне нерегулярно. Мы не знали, когда прилетит следующий самолет. Египтяне не ослабляли военный натиск. Аба Эбан, министр иностранных дел Израиля. США осознали серьезность ситуации после того, как мы перестали скрывать весь ужас происходящего за свойственной евреям веселой бесшабашностью и откровенно заявили о реальной угрозе нашему дальнейшему существованию как независимого государства. Садат ликовал. Он вернул территории, отторгнутые у Египта после 6-дневной войны. Русские, опасаясь бесконтрольного развития событий, убеждали Садата прекратить боевые действия. Анатолий Добрынин, советский посол в США. Или он заключит перемирие, или его принудят к отступлению, но Садат ничего не желал слушать. В Вашингтоне президент Никсон перешел к решительным действиям. Симча Динец, решая вопрос о том, сколько самолетов им нужно послать, Никсон сказал так: «Давайте не будем мелочиться. Сколько бы самолетов мы ни послали, нас все равно будут жестоко критиковать. Так пусть наши действия принесут максимальную пользу». широкомасштабная и открытая помощь США Израилю расставила все точки над «и». Союзники Москвы оказались в сложном положении. Теперь уже израильтяне переправились через Суэцкий канал. Вскоре египетская армия была заперта в районе Синая. Анатолий Добрынин. Садат был в ужасе. Он позвонил по телефону Брежневу. Я присутствовал при этом разговоре и слышал, как он умолял, чтобы русские спасли их от израильских танков.
Перед египетской армией встала реальная угроза поражения. Москва призывала к заключению перемирия. Джозеф Сиско. Они понимали, чем больше будет резонанс от победы Израиля, тем сокрушительнее будет военное поражение советских сателлитов и политическое поражение самого Советского Союза на Ближнем Востоке. Русские и Киссинджер быстро сформулировали условия для заключения перемирия. Киссинджер привез эту новость в Израиль. Это была практическая проверка способности супердержав контролировать своих союзников. Абба Эбон. Многие руководители Израиля считали это решение поспешным. Особенно активно против перемирия выступала Голда Мейер, наш премьер-министр. Киссинджер тогда сказал, что ему еще припомнят его усилия. На тот момент Израиль не хотел прекращать войну. Симча Диниц. Киссинджер разъяснил ситуацию. Он обещал американскую помощь Израилю в случае возобновления боевых действий. При молчаливом попустительстве США Израиль продолжил наступление. Русские были в ярости. Анатолий Добрынин. Брежнев написал Никсону письмо. В нем он задал президенту США следующий вопрос. Как же так? Мы договорились действовать сообща. Однако израильтяне по-прежнему имеют все преимущества на своей стороне. Подобное положение сводит на нет все наши мирные усилия. Мы предложили послать на Ближний Восток американские и советские войска, чтобы заставить Израиль пойти на перемирие. В этом письме была и такая фраза: «В случае вашего отказа мы предпримем ряд односторонних действий». Генри Киссинджер. Русские не без основания подозревали нас в заговоре. Их реакция была весьма жесткой. Фактически, они выставили нам ультиматум. Или СССР и США организуют совместную военную интервенцию на Ближнем Востоке, или СССР предпримет ряд действий в одностороннем порядке. Киссинджер подлил масло в огонь. Пытаясь предотвратить ввод советских войск на Ближний Восток, он привел ядерные силы США в состояние повышенной боевой готовности. Генри Киссинджер. Необходимо было немедленно, еще до получения русскими нашего официального ответа, убедить их в том, что мы максимально серьезно относимся к сложившейся ситуации. Москва не прореагировала на эти меры. К этому времени там уже отказались от посылки советских войск в зону конфликта. Симча Диниц. Это была очевидная политическая победа США, одержанная Америкой на полях сражений Холодной войны. Победа не просто регионального, но общемирового значения. Под давлением США Израиль разрешил доставку продовольствия и воды солдатам, попавшим в капкан египетской армии. Киссинджер желал поражения Египта, но не его уничтожения. В условиях, когда от Каира египтян отделяло всего 100 километров, египтяне были вынуждены впервые начать переговоры о мире с Израилем. Об участии Москвы в мирном процессе речи не шло. Джозеф Сиско. Египтяне понимали, что инициатива проведения мирных переговоров между Египтом и Израилем, закончившихся подписанием соответствующих соглашений, исходила исключительно от Соединенных Штатов Америки. В то время Киссинджер дневал и ночевал на борту самолета. Политика челночной дипломатии предполагала его частые встречи с Садатом. Мохаммед Сид Ахмед. Ситуация в корне изменилась. После войны Садат взял курс на безусловное сотрудничество с Америкой, причем во всех областях общественной жизни. Вояжи Киссинджера не принесли долговременный мир в этот регион. Америка выиграла одно из сражений Холодной войны. Но какой ценой? Карен Брутенц. Эти события отрицательно сказались на процессе разрядки напряженности. Они усилили недоверие Советского Союза к Соединенным Штатам Америки.
Африка, 1975 год. Падение последней колониальной империи. Народ Анголы жаждет свободы. У мировых супердержав есть свои интересы в этом регионе. После ухода португальских войск из Анголы за власть в стране боролись три политические группировки. Америка присматривалась к ситуации. Джон Стокуэлл, член спецгруппы ЦРУ по операциям в Анголе. Во время своего доклада на заседании Совета национальной безопасности Билл Колби, тогдашний директор ЦРУ, заявил буквально следующее. «Господа, перед вами карта Африки. Вот здесь находится Ангола. За власть в стране борются три группировки. МПЛА — это наши недруги, ФНЛА — это наши союзники, УНИТА и Джона Савимби — этих мы знаем плохо». Так члены Совета узнали правду о раскладе политических сил в Анголе. Самой многочисленной левой группировкой было народное движение за освобождение Анголы — МПЛА. Они базировались в столице страны, Луанде. Во главе движения стояли Агустинио Нетто и Люсио Лара. В 60-е годы этих повстанцев обучали кубинские инструкторы, а Москва снабжала их оружием. Национальный фронт за освобождение Анголы, ФНЛА, в основном действовал на севере страны. Лидер движения, Холден Роберто, был ярым антикоммунистом. Он поддерживал тесные связи с соседним Заиром, откуда ему поставлялось устаревшее американское оружие. Национальный союз за всеобщую независимость Анголы, УНИТА, и его лидер Джонас Савимби действовал на юге страны. Савимби делал ставку на американскую помощь, считая ее гарантией своей победы. В португальском городе Алворе представители враждующих сторон приняли решение о необходимости проведения демократических выборов в Анголе. Джон Стокуэлл, фактически, США заблокировали это решение. Без одобрения Совета национальной безопасности ЦРУ выделило $300 000 Холдену Роберто. Ему и его бойцам было приказано немедленно перебираться на север страны. Холден Роберто, лидер ФНЛА. «Мы не отказывались от американской помощи. Советский Союз поддерживал МПЛА, в противовес ему за нами стояла Америка». Деньги были переправлены по секретным каналам через Заир. Роберто получил средства для вооруженной борьбы с МПЛА. Джон Стокуэлл. Действия боевиков Роберта отличались неимоверной жестокостью. За короткий промежуток времени они убили 15 активистов МПЛА. Можно сказать, что начиная с этого момента история страны писалась кровью. Американцы не были уверены в победе группировки Роберта над МПЛА. Стокуэлл прибыл в Анголу, чтобы на месте разобраться в ситуации. Джон Стокуэлл. Роберто говорил о 30 тысячах бойцов. Я едва насчитал 30. Плохо вооруженные люди при полном отсутствии даже намека на дисциплину. Сам Роберто был им под стать. Большую часть времени он болтал языком, сидя в Киншасе. Стокуэлл отправился на юг в штаб-квартиру УНИТА. Там он встретился с Джонасом Савимби. Джон Стокуэлл. Это был настоящий революционер. В течение 20 лет он постоянно находился в Анголе. Он воевал наравне со своими бойцами. Джонас Савимби, лидер движения УНИТА. При любых условиях мы будем продолжать нашу борьбу, потому что мы не хотим стать рабами России на своей земле. Америка поддерживала две из трех повстанческих группировок.
В Вашингтоне исключали возможность американской военной интервенции в Анголу. Эту задачу должна была решить армия ЮАР. Пик Бота, посол ЮАР в США. США настаивали на том, чтобы войска ЮАР вошли в Анголу для оказания помощи группировке УНИТА. Натаниэл Дэвис, помощник президента США по делам африканских государств. С одной стороны, мы, безусловно, придерживались позиции абсолютного неприятия апартеида. С другой стороны, ЮАР обладала чрезвычайно мощным военным потенциалом. Генерал Констант Вилл Джойн, начальник штаба армии ЮАР. ЮАР находилась в изоляции. Сотрудничество с такой могучей державой, как США, было благом для Южной Африки, даже несмотря на то, что все происходило в тайне от мировой общественности. Натаниэл Дэвис. В Госдепартаменте США было немало влиятельных людей, которых вполне устраивал двоякий характер отношений между Америкой и Южноафриканской Республикой. Пик Бота. Мы принимали наши решения, исходя из понимания того, что Советский Союз будет использовать нестабильность положения в африканских странах для расширения сферы своего влияния на этом континенте. Люсио Лара, один из лидеров движения МПЛА. Они боялись МПЛА. Нас называли коммунистами. Для ЮАР слово МПЛА было синонимом слова «враг». ФНЛА и УНИТА, напротив, рассматривались ими как союзники. Причина этой ненависти была очевидна. Мы боролись против апартеида. В Луанде МПЛА проводила парады. В провинции движение теряло свое влияние. Люсио Лара. Мы были одиноки. У нас не хватало оружия и умения воевать. В этой ситуации мы обратились к кубинцам за военной помощью. Обуреваемая желанием доказать свою значимость в этом мире, Куба послала в Луанду 400 военных советников. Москву в известность не поставили. Фидель Кастро, лидер кубинской революции. Руководство СССР ничего об этом не знало. Мы приняли это решение, поскольку нас связывали узы многолетней дружбы с Нетто и с ангольскими революционерами. Натаниэл Дэвис. Нам это очень не понравилось. Мы никоим образом не желали, чтобы Фидель Кастро распространил свое влияние на африканский континент. Для Вашингтона Кастро был исполнителем воли советских лидеров. Генри Киссинджер. У нас были причины чрезвычайно внимательно следить за развитием ситуации в Анголе. СССР был готов начать вооруженную интервенцию в районе, расположенном вдали от зоны национальных интересов России. Кубинцы реально вмешивались во внутренние дела Анголы. Запад должен был адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию, так как возникала опасность нарушения баланса сил, сложившегося в мире. Фидель Кастро. Мы вышли на мировую арену и вступили в открытый бой за свои идеалы, с поднятым забралом против Америки. В этом вопросе советское руководство не разделяло нашу точку зрения. Мы боролись. Они нам не помогали. И даже наоборот, они нас критиковали. Ну и что? Бойцы Холдена Роберта вплотную приблизились к северным окраинам монгольской столицы Луанды. Они хотели взять город к празднику, Дню независимости Анголы. Победа была близка. Джон Стоквелл. В вашингтонской штаб-квартире ЦРУ царила праздничная обстановка. Еще до вечера мы ожидали услышать новость о взятии Луанды. Бойцы МПЛА были прилежными учениками кубинцев. Наступление Роберта было остановлено.
Джон Стоквелл. Около 22 часов бойцы МПЛА начали ракетный обстрел нападавших. Наступление захлебнулось. Войска Роберта обратились в позорное бегство. ФНЛА понесла серьезный моральный и материальный урон. Этот раунд США проиграли. Но МПЛА ждали новые, более серьезные испытания. В октябре 1975 года армия ЮАР вторглась в Анголу из Намибии. Это была весомая поддержка бойцам из УНИТА. Ян Брейтенбэч, полковник армии ЮАР. Ежедневно мы продвигались вглубь Анголы примерно на 80 километров. Войска отлично проявили себя на марше, мы проводили карательные операции. Прежде чем повстанцы, не ожидавшие нашего появления, организовали оборону, мы перебили огромное количество их бойцов. Рут Мендес, член движения МПЛА. ЮАР помогала УНИТА, а Заир — ФНЛА. В сложившейся ситуации нам не оставалось ничего иного, как обратиться за помощью к Кубе. За два дня до праздника независимости тысячи кубинских солдат начали прибывать в Луанду. Карен Брутенс. В Москве эту новость встретили без энтузиазма. Прибытие кубинцев в Анголу втягивало нас в конфликт. Кубинцы обратились к нам за помощью. Им требовалось оружие и продовольствие. Мы начали посылать все, что они просили, и вскоре увязли в Анголе. Причем так глубоко, как и представить себе не могли. Москва посылала сотни тонн оружия, танки и ракеты целевым назначением прямо в Луанду. МПЛА проводила репетицию парада по случаю грядущего Дня независимости под грохот боев на окраинах города. Рут Мендес. Для нас было важно торжественно отпраздновать День независимости. И мы это сделали. Бойцы МПЛА праздновали День независимости в Луанде. Городе, ставшем неприступной крепостью для его врагов. Холден Роберта. 11 ноября 1975 года стало самым тяжелым днем в моей жизни. Я вспоминал 14 лет непрерывной борьбы и всех тех, кто сложил головы во имя нашей победы. Агостинио Нетто приветствует советского посла. СССР, Куба и большинство африканских стран признали МПЛА законной властью в стране. Успешная борьба МПЛА против армии ЮАР дала новой власти кредит политического доверия. К югу от Луанды кубинцы готовили разгром армии ЮАР. Рене Эрнандес, командир кубинского контингента в Анголе. Это был решающий бой. Если бы они прорвали нашу оборону, Луанда оказалась бы в их руках. Там были дороги, ведущие в северную и центральную части страны. Продвигаясь по ним, они бы в кратчайшие сроки поставили нас на колени. Кубинцы были готовы. Они ждали. Фидель Кастро. Мы могли потерять Анголу. Войска Мабуту подошли к Руанде. Они углубились вглубь территории Анголы на тысячи километров. До Луанды было рукой подать. На южноафриканские войска обрушился шквал огня. Ян Брейтенбэч,
Наши потери были ужасными. Я видел грузовики, из кузовов которых ручьем лилась кровь. Вы можете себе представить, каково это — видеть, как на твоих глазах гибнут уверенные тебе люди. Люси О'Лара. Они там все побросали. Трупы своих солдат, машины, оружие. Это была великая победа над армией ЮАР. Надежды ЮАР и США на быструю победу над МПЛА лопнули, как мыльный пузырь. В Вашингтоне ломали голову над тем, что делать дальше. Джон Стоквелл. После Вьетнама граждане Америки, а также Конгресс и средства массовой информации никогда бы не согласились на посылку американского контингента на войну в какую-то африканскую страну, проблемы которой мало кого интересовали в США. Администрация прибегла к услугам ЦРУ. Согласно секретному распоряжению, Роберта и Савимби получили деньги для привлечения под свои знамена наемников из Африки, Америки и Европы. Дэйв Томпкинс, британский наемник. Мы убивали всех подряд, направо и налево. Мы пытали пленных, чтобы выбить из них сведения, хотя зачастую эти люди действительно ничего не знали, поскольку они были не солдатами, а мирными гражданами. Мы исповедовали принцип полного беспредела. По сути, мы были армией бандитов, которую возглавляли отъявленные головорезы. Холден Роберто. Среди наемников встречались отличные солдаты. Например, Кэллен. Настоящий боец. Человек огромного мужества. Джон Стоквелл. Он был психопатом, буйным психопатом, и люди из его окружения были ему под стать. Бойцы МПЛА взяли в плен и предали суду 13 наемников. Кэллен и еще трое были казнены. ЦРУ это не обескуражило. Джон Стоквелл. Члены Конгресса запретили бы нам все операции в Анголе, если бы мы без прикрас рассказали им об истинном положении дел в этом регионе. Мы получали нужные нам субсидии, но в воздухе чувствовалось приближение грозы. Памятуя о вьетнамской эпопее, Конгресс прекратил финансирование операций ЦРУ в Анголе. Джеральд Форд, президент США. Сенатское большинство приняло решение о фактическом уклонении от ответственности по данному вопросу. Это будет иметь долговременные последствия как для США, так и для мирового порядка в целом. Великая нация в принципе не имеет права уклоняться от ответственности. Америка надеялась на быструю победу в Анголе. Но маленький костер превратился в большой пожар. Даже после окончания холодной войны гражданская война в Анголе продолжала собирать свою страшную жатву, убивая и калеча людей. В 1977 году сверхдержавы обратили свой взор на африканский рог. Менялись режимы, менялись альянсы. СССР и США легко расставались с бывшими союзниками. В Эфиопии был свергнут император. К власти пришли марксисты. У Москвы появился новый союзник, полковник Менгисту Хайле Мариам. Я пришел к власти при поддержке рабочей партии. Отныне в Эфиопии будет отмечаться праздник 1 мая. Джимми Картер, президент США. Русские начали активно помогать укреплению коммунистического режима Менгисту Хайле Мариама в Эфиопии. Я увидел в этом угрозу стабильности в Африке. Збигнев Бжезинский, помощник президента США по вопросам национальной безопасности.
В то время советские лидеры постоянно твердили о том, что чаша весов истории неумолимо склоняется в их пользу, что скоро СССР догонит и обгонит США в экономическом плане, что СССР поддерживает национально-освободительные движения, которые будут формировать завтрашний день планеты. Новый режим Эфиопии стал врагом США. Пол Хэнс, член Совета национальной безопасности США. В течение нескольких последующих месяцев Менгисту выгнал большинство американцев из Эфиопии, тем самым отказавшись от любой помощи со стороны США. Соседняя Сомали много лет была верной союзницей СССР. Советский Союз вооружил сомалийскую армию. Москва начала тесно сотрудничать с Эфиопией, и сомалийцы сделали ставку на США. Они не могли рассчитывать на американскую помощь. Но переход сомалийского руководства на откровенно антисоветские позиции в корне изменил ситуацию. Сомалийцы пренебрегли советом старшего советского брата. Страна начала готовиться к войне с Эфиопией. Но президент Картер отказал Сомали в поставке американского оружия. Джимми Картер. Я полагал, что мы не должны потворствовать желанию Сомали захватить эфиопские территории. Поэтому я запретил продажу оружия этому режиму. Тем не менее, в июле 1977 года войска Сомали захватили большие территории в Огаденской пустыне. СССР пытался уладить конфликт дипломатическим путем. Карен Брутенс. Громыко предложил американцам действовать совместно. Однако Бжезинский отверг эту инициативу, заявив, что своим согласием США признает легитимность русского присутствия на Африканском Роге. Бжезинский полагал, что легитимным может быть только американское присутствие. Участники антисоветских демонстраций в Сомали приветствовали решение правительства о высылке из страны русских советников и членов их семей. Вся советская поддержка сосредоточилась на Эфиопии. Из СССР по морю доставлялось оружие. В Эфиопию прибыл воинский контингент численностью в 15 тысяч человек. Это были кубинцы. Фидель Кастро. Та операция была единственной, которую мы проводили в кооперации с СССР. До этого они никогда и никому не оказывали такой всесторонней помощи. Петр Чаплыгин, советский военный советник в Эфиопии. Кубинские войска играли важную роль в Эфиопии. В стране не было резерва живой силы для создания армии, способной противостоять войскам Сомали. Даже при условии нашей помощи. С помощью кубинских солдат и советского оружия эфиопская армия отвоевала захваченные территории. Москва не позволила развивать наступление вглубь территории Сомали. Петр Чаплыгин. В советских военных кругах рассматривались планы оккупации Сомали. Однако советское правительство сочло подобное развитие событий неприемлемым, так как в этом случае мы бы существенно осложнили свои отношения с Америкой, Великобританией и другими странами. Менгисту Хайле Мариам грелся в лучах славы. Куба и СССР спасли его режим. В Вашингтоне действия русских были расценены как отказ СССР от политики разрядки.
Збигнев Бжезинский. Сам по себе африканский рок мало интересовал США. Однако это был полигон, на котором русские показали всему миру свое истинное отношение к политике, разрядке. Анатолий Добрынин. На всех углах начали говорить об опасности Третьей мировой войны. Все эти конфликты в Анголе, Эфиопии и Сомали вовсе не были столь значимы для судеб мира. Через 20 лет никто уже толком не помнил о том, из-за чего эти конфликты, собственно, начались. В погоне за иллюзорной победой в холодной войне сверхдержавы начали гонку вооружений. Красивые фразы об отказе от нее так и остались обещаниями на бумаге. Концепция сериала Теда Тернера. Автор сценария Джонатан Стил. Композитор Карл Дэвис. Оператор Джим Поулетт. Продюсер сериала Мартин Смит. Фильм озвучен телекомпанией НТВ Плюс по заказу НТВ. Режиссер Ирина Смольская. Звукорежиссер Сергей Панов. Перевод Кирилла Селинчука. Текст читали Марина Тарасова и Александр Белый.